Всем привет, ребят! Встань и иди! С вами Варпач, Мистер Легенд, Леон, Делайт, и мы сегодня играем в темной карте в маньячка. Всем привет, народ! Всем привет! Привет-привет, дорогие друзья! Так, и сегодня первый у нас ищет Леон. Карта на самом деле очень и очень большая. Мы, кстати, сразу скажу, да вы видите, мы отключили худы все, то есть ничего не видно, кроме ножов, тазеров и тому подобное. И здесь эта карта создана реально именно для маньячка. Здесь очень много, да, таких потайных мест, где можно прям реально затариться. Но вы сегодня все это увидите. Так, что, делаю рестарт, и мы побежали, я думаю, да? Давай! Лёва, ты как выбежишь, ты скажи, потому что у тебя дверь открывается как бы самостоятельно. Да-да-да, гаражная, я сейчас ее выломаю просто. Ровно в 10 минут у неё. А вы видели небо, ребят? А я не вижу, у меня худа нету, я не скажу. Просто посмотрите на это красивое звездное небо. Да. Я выбрался, все, да, реально красиво. Ой, отлично, отлично. Очень красивое небо, мы, кстати, в космосе где-то находимся, мне кажется. Да, это вход. Ну, у меня это тут космос, да. Своя вселенная, значит, мы ютуберы, нас, знаешь, в своей планете. Теперь ты точно в космосе, братан. Я реально перестрался. Знаешь, я, знаешь, такой в темноте, смотрю в космос, слышу только, пдыш, у меня в сердце сразу кольнуло, потом второй раз. Офигеть, ты меня реально сказал. Просто иди таблеточку от карвалол какой-нибудь принимай. Что, кстати, касается времени, у меня включен секундомер, где я, так скажем, засекаю время, да, кто сколько у кого времени осталось. То есть у кого сколько... Ну, вы поняли. Но времени, на самом деле, многовато стоит по стандарту. У маньяка 10 минут. Да, 10 минут. Нет, стоит 10 минут, но у нас 5 минут. И, Лёва, у тебя осталось где-то примерно 2-3 минуты. Серьезно? Я только одного нашел, причем почти сразу. Не, знаешь, в чем прикол? Ты сейчас проверяешь все такие офигенные места, то есть укромные. Меня уже, знаешь, это начинает напрягать. Потому что я понимаю то, что в укромных местах мне теперь хрен попрячешься. Ты уже 2 моих места нашел, пока ходил. Да. Мне кажется, теперь... за время, которое мы готовились к этой карте, мы могли изучить ее полностью. Ну, знаешь, не полностью. Кто-то карту изучал, а кто-то с остановки бежал. Вот мы пока тебя ждали, мы изучали карту, как бы. Ну, хотя места тут, знаешь, мест дохренища, можно менять дислокацию, и как бы можно много где полазить. У меня супер тактическая смена позиции, и я слышу, как он шокером ломает люк. Ой-ой-ой, беги. Мистер. Я не знаю. Где у нас кто спрятался? В принципе, места у вас офигенные. Реально, просто офигенные места. Мой дом улица. Ты, ты как там оказался вообще? Он его видит? Ох ты ж, блин! Маньячина! Как ты меня заметил? Там в доме? Да, в магазине, где я тебя убегал в самом начале. О, еще одно место, прикинь. Ага. Тут 9 3/4, короче, здесь есть места. Ой, я далеко друг от друга, ребятушки. Очень далеко. Да, точно, точно. Не дизинфу ли ты кидаешь мне? Нет. Я думаю, здесь свободно. Те, кто умер, дизинфу не кидает. Да-да-да. Ну, смотри-ка, как все схвачено-то. Ну, тогда ладно, я пошел поверю. О, я нашел, куда выцеливать его. Это Макс, ты, да, лежал? Ты тоже, да, увидел мой труп? Да, я увидел. Походу, меня убил, знаешь, я оттащил, чтобы вы не видели, не боялись, что он уже кого-то убил. Так, а Паша у нас... А, я думаю, можно дать подсказку будет буквально через секунд 20, наверное. Давай. Через секунд 20, а... Я, видать, очень далеко, да? Нет, нет? А что-то вы затихли-то, а? И куда нет, это? Просто... ты до сих пор далеко, Лёва. Ты очень далеко, вот если честно говорить, то реально очень далеко. О, а подсказочку, подсказочку можно дать? Вставай, братан. Тё-то. Он рядом с трупом. В смысле? На твой труп, потому что мой-то уже нашли. Да, просто вот 2 чекпоинта пошел проверять. Ой-ой-ой. Правильно бежит? Вот он очень правильно прибежал. Вот если бы Паша остался в этом месте, то... Где? Увидел его! Я его не увидел! А, вот он бежит, иди сюда! А теперь увидел и бежит. Блин. Он, интересно, сейчас может размансовать? Давай, бро. Давай, убегай. О, подожди, а куда он убежал? Куда, черт, я заблудился. Офигеть, он его реально размансовал. Да. Что за фигня? Стой, серьезно, он его...
Он разлупнул опять! Да, это все. Беги! Капец, такой паркуриц. По времени Лёва уже проиграл, но все-таки он продолжает бежать. Да я не вижу времени. Я как в казино время отключил вообще. Куда, куда? Он же тебя так поймает мог, Лёва, ты его можешь вот так вот, да-да-да, прыгай, прыгай. Just a friend. С ножом быстрее бегать можно. Да, точно, слушай. You love yourself, dude. No. Я не могу, меня прикал. Вау, вау, вау! Так, ну все, ты попал! Я знаю, что отсюда никуда не деться! Бу-га-га-га-га-га. Нормасик, нормасик. У тебя оставалось 14 секунд. Макс, ты теперь маньяк. Все, давайте, ребят, теперь я буду, наверное, маньячком. Сейчас я. Моя очередь вас всех посадить на тассер. На тассер будем вас садить. Тассер. Тассер. Ну что ж, бежим, бежим, прячемся, бежим. Так. Такая машина вообще просто реально. Бим-бим, я такую хочу. Бим-бим, афака. Куда я супермиллион потрачу? Хотя не, на велик, здесь велик покруче. У меня такой велосипед на даче есть вообще. Просто два велосипеда сплавленные в один. Нормас, нормас. Время пошло, время да, пошло. Да. Пошло, пошло. Куда мне бежать? Ух, нихуя. Это очень хреновый был. Место где? Такое место. Он Нео. Я новое место нашел. Все, вы ничего не слышали. Ладно. Итак, короче, вот, ребят, значит, я выбежал. Сейчас будем искать наших... Тут никого, это, да? Это по кому сейчас был стрельба? Неожиданно. Так. Ты слышал мою стрельбу? Нет. Она на всю карту слышна. Мне кажется. Да не, не может быть. А, народ, он же не знает. Там, где мы прятались, это, ну, где не очень видно. Ага, в смысле? Ну, когда мы пробовали тогда, ты сказал, типа, залезть туда, я там посмотрю. Звучит нечестно. Слушайте, план. Он же не заметил. Вы сейчас, блин, планов настроите, я ничего никого не найду. Прикол в том, что я вижу вообще абсолютно, наверное, всех персонажей на данной карте. Ага, а я вижу тебя, значит. Ты уже занял, да, позицию или нет? Я давно как бы занял. Он на улице был. Значит, найдем. А с чего же я пытался туда забраться? Попробуем найти... Утю-пу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 тю-
на левее, сзади себя посмотри. Я знаю, где. Видишь? Нет. Посмотри внимательней. Не вижу. Ты смотришь правее. Вот, смотри. Видишь меня, Паш? Кажется, я обосрался. Пойду штаны менять. Так, Макс у нас еще ищет. Макс, прошло 2 минуты всего. У тебя еще 3. Он близко. Ой, да за 3 минуты я не только с вами разделаюсь, я вас еще и самих разделаю. Нормасик. Там еще нож такой у зомби под жопой левитирует. Как самотык такой. А тем временем у тебя осталось ровно 2 минуты. Говорил то, что он все видит. Окей. Судя по логически, судя если там, знаете... А я уже не вижу, Макс. Дедукции, да? Кирилл, ты должен видеть меня, я должен видеть тебя. Производить, то знаешь... Я тебя не вижу. А ты меня видишь? Паучье читье, короче, надо врубать вообще, я думаю. Не, Макс, когда я говорю, что я видел всех, я видел всех. Сейчас я не вижу никого. Я не видел тебя, если честно. Я спалил тебя. Так, я, кажется, знаю, куда ты спрятался, потому что это место уже светилось. Да не знаешь. Макс, ты не знаешь. Ты не знаешь. Уж поверь. Блин, знаю тебе, что ты не... Паш, а ты где? Я ближе, чем ты думаешь. Да? Да. Окей. Опа, кто-то не сдернул. Кто дернул? Что там происходит? Лёва, ты смотришь за обстановкой, что там? Я вижу Пашу, да. Я за обстановкой туалетную бумагу не завезли. Смотри, вот. За мной. Уходи. Наблюдай. Да. Да. То есть я могу, в принципе, говорить, но дезинфу не кидать, да?
Вот, далеко. Вот. Я в своей будущей хате, Кирюх. Да, я понял. Продолжу записывать ролики, я буду здесь. Холодно. Я понял, где ты. Я как бы не вижу особо, но я понял примерно. Нет, ты можешь не говорить холодно, горячо, это изи тогда будет. Если сказать, знаешь, что-нибудь просто горячо, то сразу можно абсолютно понять. Допустим, говоришь такое горячо, и просто происходит лютый капец. Ага, к тебе подбегают с тазиком горячей воды, и тебя обливают. Да-да, все именно так, братан. Мгновенная карма за это. Так, а ведь так хочется, чем? Так хочется подсказать, но я молчу. Ну, Лёва, я думаю, ты в голосину уже орнул, да, вот буквально. Привет! Макс, у тебя осталась ровно минута. Минута ровно. Да. Да. Только не пали где-то, я там спрячусь, возможно, потом. Ну, мне нужно дать подсказку, у него осталась минута. Макс, я на улице. Он на улице, а можно я еще тоже подскажу? Нет! Это может быть... Просто я не знаю, что ты можешь сказать, но... Я могу сказать из ряда... Последние 20 секунд скажем. Муха, стрекоза, муравей, мельница. О, да, муха, стрекоза, муравей, мельница. Что вы за загадки говорите, алло? Четко по таймеру прошло 5 минут. Очень сложные. Очень сложные. Ребята, 5 минут я просидел на одном месте. И геморрой вылез. А тем временем у варпачей задницы растет ветка. Да. Понял? Понял, такой значит резко. У тебя есть 15 секунд. Вот это подсказан. Ветка, это вески. Я тут весь раунд просидел, братан. Просто всю игру я просидел и наблюдал. Одно слово, ветка просто. Так, я, кстати, если убил этого вообще просто. А, клево! Паша, ты умер раньше меня, так что ты маньяк. Я вообще хотел сказать камуфляж. Вот я думал, что может нейтрально. Я не могу сидеть на одном месте, вот что я вам скажу. 12 секунд, 12. Жопа чешется. 10. Давайте, я, короче, тоже нашел офигенное место. Скажем так. Маньяк уже готов. 5. Я тоже, кстати, сижу в сторону. О, господи! А, стоп! Гифтайзер, да? Гифтиапон, нижний пробел, тассер. Тассер! Тассер. Китайского производства. Где мой тассер? Мне не надаются. Тихо-тихо, не шуми. Гиве? Гиве? Пробел? Пробел, виапон, нижний пробел, тассер. Пон? Пацаны, нижний пробел. Как только ты выбежишь, я включу таймер. I'm ready. Я вышел. Я включил таймер. Окей. Ну где же? Вот ты опять не заметил? Я же на дереве сидел, Паш. Все молчим. Да что-то ты меня разводишь, мне кажется. Не, я сидел на дереве. Мне кажется, это дерево жить больше не будет. В смысле? Беги! Ло, я не знал, что ты на дереве сидишь. Беги! Я же не вижу тебя. Брат, теперь за мной бежит. Зачем ты спалил? Маньяк идет за тобой. Ты на дереве сидел? Да. А где вы? Он на дереве сидел. Ты меня просто взял и спалил. Я отвечаю, не знал, что ты на дереве. Сори. И ты прикинь, такой, раз что-то про ветки начал говорить, я такой, понимаю, у меня сейчас жопа, я понимаю, такой, стопа мне, все. Ай, палево просто. Одно дерево прыгает, стазера что-то пытается убить. Потом смотрю второй, потом третий, думаю, все, надо валить. Ой, я видел, как ты зашел в гараж. Почему тебя нет? Runaway. О, стоп. Я напал на новый след, ты мне не интересен. Я убежал, главное, я убежал. А ты в этом уверен? Да. Точно уверен? Блин! Отвечаю, я не знал. Душевный осадок на всю жизнь просто. Дик видит маньяка, дайте инфу. Я на месте вообще не сижу, я убегать только успеваю. Бегал. В итоге лоханулся и ушел от меня. Разжирел я что-то в свое время. Здорово, маньяк. Здорово, брат. На запоре, что ли? Ты смейс, да? Кто наверху, пацаны? А, прыжок вверх сейчас будет. Это ты что? Нет. А я тебя вижу, я смотрю, но бежит. Ну. Инфу-то дайте, где он? Он где-то внизу. Не, внизу его нету, по крайней мере, потому что я сижу на... Блин. Я, короче, сижу на крыше, я его не вижу, на самом деле, на улице, я вот так скажу.
Окей. Я видел на крыше только что кто-то сидел. Я его вижу, он через КПП пробегает, паркурит, пацан. Пускай я сюда поговорю. Нет, не хочу. Это ты, Леон, опять, да, там бегаешь на деревяшке большой? Я, да. Я вроде спрятался, полторы минуты, минута двадцать у тебя осталось. Илюха, знаешь, что еще было? Он, короче, на лету его поймал, и там такие искры появились. Вот то мои пушки, они все увидели. Это вообще пипец. Там такие, он как будто прыгает, и в него реально, знаешь, как будто молния. Там херакнули, и там такие искры, бум, по бокам. Ноускоуп 360. Это у меня из глаз посыпалось, понимаешь? Реально, у него как будто из глаз искры посыпались. Слушай, это самый первый, наверное, мой маньяк, который я бегаю, не сижу на месте. Добро пожаловать в клуб. Я бегаю шокер как фонарик использую, потому что когда он попадает, он так освещает территорию. Вот, аккуратней так. Опа! Опа! Он где-то сейчас на обратной стороне. Газетку пробить? Стоп. В смысле? Я хотел купить. Не. Мистер Ваняк, дайте пройти. Ой, Чумбер, блин, вы что, ребята, мне подводите? А я хотел у тебя купить там. Москва, Вести, все дела. Продавец. Клиент. На самом деле очень смешно, у тебя осталось 13 секунд. Подсказка. Ла паник. Жопа веточка вот так. Я убежал. Жопа веточка из стрекоза. Ну все, 2 секунды. Я на улице, смотри. Короче. Максим красавчик. У Кирюхи жопы растет кус, это значит, надо было использовать на Форт Боярде каком-нибудь. Как его назвали, это чувака, который... Паспорту, чтобы это... А, подожди, мне надо же тазер прописать, я что, я тазер... Давай, пищи себе. У тебя уже все, да? Да, у меня все, я готов. Ждем, надеемся. Блин, хотя кто ждет своей смерти? Ждем, надеемся, автобус. Я включил таймер, и я пошел. Давай, иди, шлепай. Так, ребята, карта здесь безумно большая, мне хотя бы хоть кого-нибудь найти. Экран очень темный, безумно вообще. Ну да, это, кстати, да. Даже при фуловой яркости все равно очень интересно. А, вы хитрые, вы фуловую яркость сделали? Да, но все равно даже при фуловой яркости. Фуловая яркость, она такая, да. Так, я вижу обоих у нас. YouTube еще режет, вот что. Да, YouTube порежет качество, так что, ребята... Кирюха не порежет, YouTube порежет. Да. Так сказать, за жизу. Что было? Ты меня увидел? Кирюх, да, там никого нет, может там никого бежал. Не искать. Я знаю, я пытался убежать, но не получилось, блин. Я думал, я тебя сейчас этот, ну, типа, не заметил ты меня, я думал, сейчас убегу, ага, фиг там. Я тебя так сразу приметил. А я, пожалуй, тут... На первой минуте нашел, отлично. Так, что у нас, кто следующий будет, сосед. Ребята? Пацаны, у меня к вам вопрос. У тебя пукан горит. Подгорело маленько. Так, слегонца. Он тебя видит. Где? Он тебя не видит. А нет, он тебя вообще не видит. 9.75! Улетел в другой мир. Где 9.75? Ты о чем? Да не, ничего, нормально. Нет, не туда, в обратную сторону, беги. Он перед тобой будет. Мама! Можно туда залезть. Нет, не будет. Можно. Я смотрю на него. Можно, даже так вот руку тянешь, так можно скажу. Я смотрю на тебя, ты... А я смотрю на тебя. О, господи, вон он. Я смотрю на тебя, ты вот видишь, что у меня искра, буря, тасер. Да. В нашем случае это тасер, а не безумие. Нет, не идет. Да! Ты думал меня раз это выезжать, да, я на деле, то что так сейчас походу сдохну, блин. И главное, туда не прыгай. Он это, близко очень к тебе. Все, я убежал. Кирилл, мне кажется, тебя палят твои яркие глаза зомби. Наверное. О, господи. Страшно? Да, что было, я обкакался, поскользнулся. Он идет. Все, убежал. Просто тишина и ран. Тишина и покой. Он лезет. Уже ушел оттуда? Где он? Он его реально не увидел! Беги! Вот там она, ёпа. Он видит, все. Не-не, он не видит, не видит. Он не понял! Я нет, когда я сказал, что я его не увидел, я его увидел. Я специально так сказал, чтобы он убежал. Ах, ты такой быстро. Он очень быстро убежал, Кирюха.
А-а-а, помогите! Трех, посмотри наверх. А я видел тебя. А он если за твой... Там же невыгодно, понимаешь? Если он за твой упадет, ты спрыгнешь и все. Кирюха этот, как у Почты России проверяет. Да. Ой, банк, бабло. Слушай, пацаны, давайте запись прекратим и пойдем бухать вон там. Да, давайте заберем все с этого банка. Технический перерыв. Самое опасное место, мне кажется, на этой карте. Да, там, да. Там деньги, главное, хранят, а вот людям туда прятаться лучше не стоит. Все, технический перерыв закончен. Ты где ты? Это что такое было, Киря? Это была потайная лавочка. Серьезно? Здравствуйте, Павел! О, господи! Я хотел так быстренько убежать, но что-то как-то я слишком спался. Кажется, я обосрался. Ну, благо, здесь туалетка есть. Так, Лёва, у меня осталось минута 20, на минуте можно давать подсказку. Вот я только что её сказал. Нет. А теперь я пошел отсюда. В смысле, ты только что... А, ты убежал? Я, ну, да... Относительно. Относительно убежал, относительно чего-нибудь. Ты сможешь с первого раза. Давай, трейсер. Давай. Отлично. Хорош. Только чуть-чуть назад. Вот прям жопку назад откинь. Чуть-чуть. Где этот трейсер? А, хорошо. Найс. И правее и, чуть-чуть. И тут... смотрим. Он сейчас упасть может. Ты там много же не говори. Там просто дерево тоненькое. Тут пахнет дятлом. Тут пахнет дятлом. Вот что я скажу. Подожди. Нет, не может быть. Может. Все может быть. Ой. Нет, ты не можешь быть на дереве. Естественно, он не может быть на дереве, потому что это дезинформация. Ты же меня знаешь, какой я хитрю? Но у нас есть правило. У нас есть 30 секунд, Лёва, еще одну подсказочку. Есть. Еще одну подсказочку. Ну тут, короче, очень приятно. Отлично. Это Люба говорит. Там этот, как листики есть, и они... Зеленые. Да, зеленые. Очень много листиков. Они щекотят? Они вообще щекотят. Они по самую не балуй просто, знаешь. Главное не шевелись. Главное не шевелись. Вообще говорят это... Ну, уже же у тебя сколько там времени осталось? У меня осталось... А, все, у меня кончилось время. 5 минут ровно. И мимо него прошу. А, где? Один за три! Опа! Вол, не видно было! Ай, одного не хватило. Такие игры не умею играть, ну, в плане, знаешь, когда там надо подсказывать что-то такое. Я всегда просто сдаю. Ну что ж, ребята, я думаю, на этом можно закончить. Всем спасибо за просмотр. С вами были Warpage, The Light, Legend и Leon. Надеемся, вы поставите большой палец вверх. Большущий. Поддержать. Жирнющий. Чтобы следующий маньяк вышел нам, как знаете, побыстрее. Чтобы моя ленивая задница встала с утра и пошла искать эту карту для вас. Вот, ребята. Надеюсь, вы поставите Лукас. А также всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока, ребят. Всем пока. Пока-пока. Фак. Ой, мама. Злодей. Я победил.